Я вас приветствую на нашем канале. Продолжаем играть в потрясающую игру, которая называется Astroneer. Что было в предыдущей серии? В предыдущей серии мы построили принтер, высадились, нашли вот этот прекрасный вентилятор и начали перерабатывать органические материалы. Для чего мы перерабатываем органические материалы? Мы органические материалы перерабатываем в байты. Вот, и потом на эти байты можно прикупить технологии. Технологии находятся здесь. Клавиша Tab, и открывается меню технологии. Как хотите, так и называйте это. Там компьютер, книжка, рюкзак или еще что-то. Вот. Здесь очень много всяких разных технологий, вплоть до того, что можно построить космическую ракету, какой-нибудь луноход или еще что-нибудь. Вот, давайте посмотрим, что нам надо. Но я думаю, в первую очередь нам надо плавильная машина. Вот. А она где-то находится здесь, я точно не знаю где. А может здесь? А во, она здесь. Вот, смотрите, плавилка. Чтобы ее приобрести, чтобы приобрести этот чертеж, или как там вы его назовете, я не знаю. Вот. Надо 250 байт. У нас 149, 50, 51, 52 и так далее. Вот. Когда будет 250, мы купим плавилку и начнем искать пещеру. А в пещере у нас очень страшно и темно, и там у нас будут полезные ресурсы. Вот. Но плавилку-то мы построим, но нам надо еще платформу для нее. Давайте, наверное, сделаем платформу для этой плавильной машины. Ну, проще говоря, для печи. Печь. Наверное, правильно будет говорить печь для печи. Так. Давайте построим платформу. Так, смотрим. Так, камера для исследования, платформа. Вот. Нам надо две смолы. Где-то смолу взять? Ну, давайте туда побежим. Там у нас смола была. Вот, смола. Замечательно, все. Давайте обратно. Раз, два, раз, два, раз. Ой, чуть яму не упали. Все, сейчас добежим, кислородика хватит, думаю. И сразу вот прибежали на базу. Самое главное, что надо сделать и что мы хотели, правильно, построить платформу. Строим платформу. Пока платформа строится, мы походим, поваляем дурака. Осмотрим окрестности. Давайте сбегаем туда, посмотрим, что здесь у нас. Вообще, мы бегаем целенаправленно и ищем ресурсы. Вы не думаете, что мы просто так побежали дурака повалять? Нет, конечно. Так. Этот луноход можно потом будет переработать. А вот это мы заберем. Так, возвращаемся. Да, какая-то осень настала на планете. Или здесь осень всегда? Побежали. Ну давай, давай, дорогой, у тебя получится. Все, добежали. Фу, я же вспотел. Так, ну что ж ты так медленно печатаешь платформу? Электричества не хватает. Дорогой ты мой человек. Так, давайте тогда мы, знаете, что сделаем? Построим. А, или мы строили? Или это было в другой истории? А, это было в другой истории. Что-то кабель перекрутился, он вообще нормально работает. Ну ладно. Давайте построим генератор.
отлично вообще. Он сразу работать начал. Зачем так жестко поступать? Так, давайте генератор подключим к общей сети. Вот, нам генератор, знаете, для чего нужен? Короче, генератор перерабатывает биологические материалы в электроэнергию. Мы, короче, что-то делаем, включаем генератор, и он быстрее... ну и, короче, в сети у нас повышается электроэнергия. Все, все очень просто. Смотрите, видите, полоса полностью желтая. Ну, вот этот кабель наш полностью желтый. Отключаем, проседает. Нахерово. Лучше включить. Так. Платформу мы напечатали. Давайте ее сюда. Ну и все. Все, ресурс выработался. Генератор отключаем. Платформу распечатываем. Вот, отлично, отлично. Так, давайте ее вот так чуть повернем. Вот так, для эстетики, чтобы было красиво. Повернули. Подключим. Все, подключили. Так, давайте посмотрим, сколько у нас байт. Мы же переработали этот ресурс. Переработали. Должно быть где-то около 500 байт. Плюс-минус. Наверное. Вот, видите, 460 байт. Давайте изучим чертеж. Чертеж печки. Все изучили. Давайте-ка к принтеру подойдем. Глянем. Большой принтер. Плавильная печь. Отлично. Еще одна смола надо. Так, где мы будем искать смолу? Где была смола в прошлый раз-то? Я уже... А, во, вот там. У меня же голова закружилась. Давай, побежали. Так, может быть, вот здесь смола есть еще. Вот смотрите, вот видите, вот эти кусочки торчат. Это 100% смола. Все, побежали обратно. Так, давайте через лесочек чуть-чуть пробежимся. Угу. Ну, давайте строить печку. Ну, все, погнали. Пока печка строится, давайте немножечко органики пособираем, чтобы заряжать наш генератор. Еще быстрее начал печатать. Так, где органика? Вот органика. Это знаете, как раньше это самое косили траву. Так я тоже кашу траву, только пылесосом. Нас хватит, наверное. Мы ж не жадные. Ну, замечательно. Просто великолепно. Пускай дорабатывает этот кусок вот этот вот. А то этот кусок, короче, ни туда, ни сюда. Пока у нас склада нету, мы, наверное, сюда положим это все. Надеюсь, никто не украдет. То вот это что за фигня? Тоже убрать ее. Ну, это эти удлинители. Ну, удлинители нужная штучка. Иногда, ну, надо, просто надо. Так. Угу. Давайте распакуем. Все, отлично. Ну, теперь нам надо искать пещеру. Где же пещера?
Но это яма мы накопали. Пещера, пещера. В принципе, тут куда ни копни, тут везде пещеры. Можно найти пещеру. Давайте сюда проложим линию опор и попробуем здесь копнуть. Так, слегонца. Так, давайте. Так. Вообще, конечно, по-хорошему, пока мы будем этой ерундой там заниматься, надо в камеру зарядить какую-нибудь органику, чтобы наша камера порожником не стояла. Давайте пробежимся, может быть, что-то интересное найдем. Но только не в этой яме. Так. Да. У нас колбы нету. Нету, но мы ее можем сделать. Малый контейнер. А что надо? Смола надо? Малый контейнер нужен для того, чтобы его поставить в пылесос. Пылесос ставишь, и с помощью контейнера можно собирать землю. Вот, и если в этом контейнере будет земля, то вы сможете строить мосты. Ну или что-то там, изваяния какие-то, я не знаю, на что у вас фантазия хороша. Все, колба есть у нас. О боже, сколько органики. Нет, я все-таки жадный. Набрал очень много органики. Все, зарядили. Пойдемте землю пособираем где-нибудь там, я не знаю. Где-нибудь вот здесь. Слушайте, а что там вот там вот, вот то такое? Может, это и пещера и есть? А я всякой фигней занимаюсь, а? Ну, давайте. Вот там какой-то столб непонятный. Вот. Так, самое главное не упасть. Слушайте, это и есть пещера. Ну, посмотрите. Так. Ой, ё-моё. Надо выбираться отсюда. Я же говорил, опоры проведу и как обычно, не провел. Так. Вот этот материал мы соберем и поставим его в переработку. Переработку сюда, вот в эту самую... вот эту камеру. Пока мы будем там всякой фигней заниматься, камера будет работать и вырабатывать байты. Так, ну вот это вот куда-то сюда кинем. Какой-то беспорядок у нас, да. Давайте органику зарядим. Органики у нас много, я пожадничал, много собрал. И протянем опоры. Слишком далеко. Ну, давай, давай, дорогой, ставься. Ну что ж ты такой противный? Вот так, оп. Опять далековато. Вот так, нормально. Так, спокойно, спокойно. Без лишних движений. Боже мой, как же нам подфартило. О боже. Это несметные сокровища. Такое впечатление, как будто я попал в пещеру Аладдина. Ну, на этом все. Мы заканчиваем. Приключение наше продолжится в следующей серии. До скорых встреч. Ждите новых видосиков.